Сегодня под руководством председателя правительства Ингушетии Мусачилиева состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения республики. В работе заседания приняли участие заместитель председателя правительства Ингушетии Султан Цычоев, исполняющий обязанности председателя комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики республики Мусаев Куров, директор филиала СОЕ Северокавказская РДУ Александр Корольков, заместитель директора ингушского филиала ОАО МРСК Северного Кавказа Рамзан Ташхоев, ответственные работники аппарата правительства Ингушетии, руководители министерств и ведомств республики. Первым на повестку дня был вынесен вопрос о подготовке системы электроснабжения к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов. Участников заседания, проводимой в этом направлении работе, проинформировал Рамзан Ташхоев. По словам докладчика, для бесперебойного электроснабжения сетевой организации проводятся следующие виды работ. Ревизия и проверка работы обогрева приводов, выключателей и приборов учета. Пополняется аварийный запас основного оборудования и материалов. Нами проводится работа по замене и перетяжке дефектного провода, проводится выправка опор, производится ремонт и замена перегруженных силовых трансформаторов на трансформаторы увеличенной мощности, добавил он. В рамках подготовительных работ запланированы ремонт и ревизия трансформатора Вознесеновская 2, реконструкция трансформаторов Кантышева, Троицкая 1, Карабулаки и Очелуки, замена устаревшего силового электрооборудования, установка новых средств телемеханики, рельной защиты, автоматики и каналов связи. Мусачилиев, заслушав информацию докладчика, отметил, что в ходе подготовки важно тесно взаимодействовать с главами администрации муниципальных образований. В ходе ремонтных кампаний по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов на всех предприятиях должны быть утверждены графики ремонтных работ. Все мероприятия необходимо проводить в тесном взаимодействии с главами администрации населенных пунктов республики, сказал премьер-министр. Рамзан Ташхоев также рассказал о состоянии установки автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии, о разработке схемы программ перспективного развития электроэнергии Республики Ингушетия на 2013-2018 годы доложил исполняющий обязанности руководителя Компромсвязи Ингушетии Мусаев Куров. Целью программы является формирование стратегии развития энергетики республики, включая приоритеты технической, экологической и инновационной политики, размещение собственных генерирующих мощностей, формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов энергетики Республики Ингушетия. Подводя итоги заседания, Мусачилиев подчеркнул, что во избежание возможных аварийных ситуаций и технологических нарушений в энергокомпаниях республики необходимо качественно и в срок завершить все ремонтные работы, что нужно обеспечить бесперебойное энергоснабжение жителей субъекта. Пресс-служба правительства.